Смотровые площадки острова Ильеру. Смотровая площадка Эль Тамадусте. Красивый вид на бухту, зону купания и на курортный поселок. Здесь несколько апартаментов. Рыбные ресторанчики. Прошлого визита здесь рыбные ресторанчики обеда. И вот так вот смотровая площадочка. Можно посидеть, посозерцать и океан, близлежащие горы. Северо-восточная часть острова. Дорога здесь заканчивается. Это севернее порта, севернее аэропорта, населенный пункт. Более панорамный вид. Какие-то апартаменты сдаются частным образом. Где-то есть пансионаты и апарт-отели небольшие. По-моему, когда в прошлый раз я гулял, я пару табличек видел, так что через Booking желающие могут найти. Красивый дом расположен на скале с видом на океан, на бухту. Зона купания. Сегодня такой ветерочек свежий, может быть, дорога, пешеходная дорожка в эту бухту. Вверху смотровая площадочка, где я был. И здесь хорошо оборудованные купальные места. Место для загара, лесенка. Есть из металлическая, там нержавейка покрашена или что, и ступеньки. То есть удобно. И красивые домики вокруг, ухоженные. Так что какие-то сдаются в аренду наверняка. Ну и восточная сторона острова всегда ветреная, так что только благодаря этой глубокой бухте.